بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرح بإذن الله تعالى متن مختصر ثم متن الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 قبل أن نبدأ بشرح هذا المتن نسأل أسئلة خمسة. Перед тем, как мы начнем разъяснять вот этот вот текст, мы должны ответить на пять вопросов. Первый вопрос. Почему мы изучаем Таухид, Единобожие? Потому что Единобожие, Таухид, это право Аллаха над рабами. Мы созданы для того, чтобы поклоняться только Аллаху, исповедовать Единобожие. Аллах не принимает ни одно деяние без Единобожия, без Таухида. В рай войдет только Единобожник. Чтобы мы не попали в ширк, в многобожие. Увеличение благодеяний. Искупление злодеяний. قد يسأل سائل أي واحد منا ويقول له هل أنت موحد؟ может человек спросить кого-то ты единобожник или нет؟ تقول نعم أنا موحد. ты говоришь да я единобожник. يقول لك ما هذا التوحيد؟ он скажет тебя что такое توحيد что такое единобожие؟ إذا لم تعرف التوحيد هذا معناه أن هذا الكلام كذب. если ты не знаешь что такое единобожие значит эти слова ложь. نعم ثم قد يسألك أيضا يقول لك هل أنت مشرك؟ Также он может тебя спросить, ты многобожник, мушрик? Ты скажешь, прибегаю к Аллаху от этого, я не многобожник, я единобожник. Что такое этот самый ширк, многобожие, который запретил тебе Аллах? Если ты не знаешь, что такое многобожие, может ты попадешь в это многобожие, и ты при этом не знаешь. إذن أهم ما علينا تعلم التوحيد والعمل به والدعوة إليه. значит самое важное, что лежит на нас из обязанности, это изучение таухида и претворение его в деяниях и призыв к этому. نعم. وكذلك نتعلم الشرك حتى نحذر منه ونحذر منه والله أعلم. также мы должны изучать ширк, чтобы предостерегать от него.